Добрый день, с вами Дина Краснова и еженедельные новости по бухгалтерии, налогообложению и программа 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». В этом выпуске снова изменятся правила заполнения платежек. Налоговики разъяснили, как заполнять 3 НДФЛ предпринимателю, который потерял право на патентную систему. Если работник уходит в отпуск с понедельника, то оплатить отдых нужно в пятницу или раньше. И выпущена версия 3.0.35 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0 и версии 3.0.35.24 и 3.0.35.25 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Теперь обо всем более подробно. Снова изменятся правила заполнения платежек. В платежных поручениях не нужно будет указывать тип платежа. По экспертизе, которую недавно провели специалисты Минфина, нет объективной причины заполнять реквизит 110. Бюджет и без этих сведений может вести раздельный учет платежей. Необходимые поправки свой прошлогодний приказ от 12 ноября 2013 года номер 107Н Минфин уже разработал. Новые правила заработают с 1 января 2015 года, а пока эти реквизиты в платежках по-прежнему нужно указывать. Налоговики разъяснили, как заполнять 3 НДФЛ предпринимателю, который потерял право на патентную систему. Налоговики отметили, что если предприниматель перечислил налог за весь срок патента, а потом потерял право на спецрежим, то вернуть переплату из бюджета не получится. Однако можно будущее отчисление по НДФЛ уменьшить на переплату, образовавшуюся при патентной системе. Письмо ФНС от 12 августа 2014 года. Следовательно, сумму НДФЛ к перечислению в бюджет по строке 110 раздела 1 декларации можно уменьшить на переплату по патенту. Если работник уходит в отпуск с понедельника, то оплатить отдых нужно в пятницу или раньше. Специалисты из Роструда пояснили, как считать трехдневный период, который предусмотрен при выплате отпускных. По мнению чиновников, выдать отпускные необходимо минимум за 3 календарных дня до начала отпуска. А если крайний срок приходится на выходной или праздник, то раньше, в последний рабочий день перед отпуском. Это означает, работнику, который уходит в отпуск понедельника, выдать деньги нужно в пятницу или раньше. Письмо Роструда от 30 июля 2014 года. 22 августа была выпущена версия 3.0.35 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Здесь произошло очень много изменений, например, появилась возможность в один клик расширить или сузить функционал программы. Таким образом, функционал программы теперь определяется реальными потребностями в учете, и работа с основной функциональностью при этом стала существенно проще. Также карточку с основными реквизитами своей организации теперь можно переслать по почте или распечатать. При отсутствии в организации подразделений на счетах затрат 20, 23, 25, 26 и другие можно не указывать соответствующую аналитику. И для небольших организаций с численностью до 60 человек теперь автоматизировано начисление отпусков, пособие по временной нетрудоспособности, а также удержание по исполнительным листам. Другие изменения, которые произошли в версии 3.0.35, можно посмотреть на сайте ИТС. 26 августа выпущены версии 3.0.35.24 и 3.0.35.25 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. В версии 3.0.35.24 произошли следующие изменения. Начиная с 1 октября 2014 года журнал учета счетов фактур, книга покупок, книга продаж, а также дополнительный лист книги покупок и дополнительный лист книги продаж формируются по формам и правилам, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года номер 735. И с 1 октября 2014 года для организаций, освобожденных от уплаты НДС по статье 145 или 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, необходимо установить в учетной политике признак «организация освобождена от уплаты НДС». Также в этой версии произошли другие изменения, которые также можно посмотреть на сайте ИТС. И в версии 3.0.35.25 теперь реквизиты контрагента заполняются автоматически по введенному ИНН. Сведения заполняются на основании данных ЕГРЮ и ЕГРИП. Это все новости текущей недели по бухгалтерии, налогообложению и программе 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся на следующей неделе.
Desire.